для Иисуса эти прекрасные аплодисменты. Друзья мои, это будет чудесное служение, и я приглашаю вас открыть свое сердце, чтобы Святой Дух мог открыть вам Божественное Слово. И это откровение Божественного Слова позволит вам услышать голос Бога. А когда вы слышите Бога, вы получаете миссию, вы получаете силу, чтобы бороться и победить. И это все, что вам необходимо, без тени сомнения. Бог сегодня хочет благословить вас, но никогда не прекращайте слушать Бога, чтобы послушать человека, тем более религиозного. Очень часто религиозные хотят дать нам урок, говоря, что нам делать. Но они сами иногда переживают проблемы больше, чем у нас, и не знают, что им делать. «Ну, доктор Суарес, разве вы не религиозный? Даже не говорите мне это слово. Я не желаю знать об этом. Я исполнитель слова Бога. Я люблю Иисуса. И не буду любить то, что создано человеком, придумано и никуда не приведет меня. Я хочу познать это слово, я хочу исполнять это слово, я хочу извлекать из него все, что мне нужно, силу, поскольку я должен победить, как и вы. Я проповедник, но имею те же потребности, и мне нужно бороться во имя Господа, чтобы победить. И если мне будет откровение, я смогу услышать Бога. Тогда проблема разрешится. Нет зла, которое он не исцелит, нет проблемы, которой он не найдет решения, нет такой болезни, которую он не искоренит. Однако необходимо пребывать в Слове, действовать в Слове, чтобы стать победителем. А Бог хочет, чтобы вы были именно им во имя Иисуса. Однажды к царю Давиду пришли, обратимся к Псалму номер 11, и вы не представляете, какое предложение сделали царю. Но он был настолько использован Богом, что затем Святой Дух велел, чтобы он даже описал этот случай, чтобы это стало для нас уроком. Так что откройте свои глаза, поскольку кто-то однажды, как-то раз, может дать вам такой же совет. Он пребывал в трудной ситуации, враги преследовали его, и посмотрите, какой он получил совет. Псалом номер 11, стих 1. «На Господа уповаю». «Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица?» Пришли и дали совет. «Давид, ты в опасности. Если бы я был тобой, тогда вы можете сказать, как хорошо, что вы не я. Мы разные люди. В противном случае вы бы заставили меня делать нечто неверное. Я бы сделал что-то неправильно. Мне улететь на гору? Но, доктор Суарес, если нет выхода, брат мой Иисус сказал, я есть дверь». Дверь куда? На пути к Богу. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Эта дверь, она откроется, чтобы мы вошли, и будет открыта, пока мы не выйдем. Вот только больше она не закроется. Когда она откроется, мы как будто получаем код, чтобы каждый раз, когда понадобится, войти и выйти. Войти или выйти, взяв то, что Бог дает нам. К нему пришли и сказали, «Давид, убегай, прячься, ведь твое положение очень опасно». Он ответил, «На Господа уповаю». Уповайте на Господа. Бог никогда не повернется к вам спиной. С того дня, как вы приняли Иисуса и вручили себя Ему, и стали следовать Его указаниям, Он начал направлять вас. Доверьтесь Ему. Но бывает так, доктор Суарес, что Он направляет, и ко мне приходят испытания. Это для вашего собственного блага. Вам это необходимо. Потом придет более серьезное испытание, которое вы должны одолеть. Человек, который никогда не тренировался, достигает зрелого возраста и ничего не может. А тот, кто рано начал тренироваться, с самой молодости, когда достигает зрелого возраста, старости, имеет силу, остается подвижным. Очень важно, чтобы человек следовал слову Бога. На Господа уповаю. «Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица?» Кто убегает, не живет с Богом. Кто живет с Богом, следует указаниям Господа. Затем он объясняет, ибо вот нечестивые натянули лук. Они снаряжают лук. Стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять вправых сердцем. Теперь смотрите, что он говорит в третьем стихе. Когда разрушены основания, что сделает праведник, уповает на Бога? Основания разрушены, накопились проблемы. Резервы иммунной системы не в состоянии противостоять невзгодам.
И что сделает праведник? Он будет уповать на Господа. В час, когда он уповает на Бога, брат мой, все в порядке. Когда Иисус шел молиться за дочь Иаира, которая была при смерти, он остановился, чтобы помочь женщине, которая исцелил от кровотечения. А вскоре после этого слуги Иаира пришли и сказали: «Господин Иаир, не беспокойте больше учителя, ваша дочь уже умерла». А Иисус обернулся к нему и сказал: «Только веруй, больше никого не слушай. Это совет для нас». С тех пор, как вы следуете Слову Бога, Бог направляет ваши шаги. Не пытайтесь понять того, что происходит по дороге. Пребывайте со Словом Иисуса. Иаир пришел к Иисусу и обратился с просьбой: «Моя дочь умирает. Приди и возложи твои руки, чтобы она исцелилась и жила». Иисус сказал: «Я пойду с тобой». Уже было Слово Господа. Просто не могло быть по-другому. Слово – это ответ, который Иисус дает на наши молитвы. И Он всегда говорит с нами через Свое Слово, которое сегодня уже записано. В прошлом оно многократно говорилось нашим отцам через пророков. Но к Евреям 1:1 говорится, что сегодня Он говорит с нам через Сына. Все, то есть через Слово. То, что вы чувствуете из Слова Бога, брат мой, это голос Бога для вас. В нем заключена сила, необходимая вам в любой ситуации, и не упустите ее. Пусть говорят что угодно, будьте тверды и не отступайте. Давид, беги, поскольку нечестивые уже совсем близко. Уже взяли лук, на самом деле, уже даже натянули тетиву. Когда вы забываете, вы запинаетесь, начинаете заикаться. Иногда есть скороговорки, которые не выговорить. «Стрелу свою приложили к тетиве, чтобы стрелять». И что же нам делать? И он сказал тогда, стих 2, возвращаемся к псалму: «Ибо вот нечестивый натянул лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердце, чтобы поразить тех, кто от Бога». Когда разрушены основания, что сделает праведник? Он сделает то, что всегда должен делать. Что? Уповать на Бога, верить. «Иаир, у тебя есть мое слово, веруй». Закончил разговор с той женщиной. Это было великое чудо, она была спасена, он благословил ее, и тут приходит. Больше нет шансов. Застал всех плачущими, и все вокруг: «А, кто это? Она же спит, друзья, спит, она мертва, она даже не дышит». Иисус вошел, взял девочку за руку и сказал: «Девица, я говорю тебе, встань». И она поднялась. Брат мой, Господь Бог сделает необходимое чудо, когда на Него уповают. Так что, если вам дали некий совет, отличный от Слова Бога, не слушайте их, верьте только Слову Бога. Почему, доктор Суарес, в стихе 4 сказано: «Господь во святом храме своем». Он не сбежал оттуда. В храме силы Бог всем управляет. Господь – престол Его на небесах, очи Его зрят. Ах, брат мой, та стрела, которая вылетает на бешеной скорости, нечто очень медленное в сравнении с возможностями Бога. Он может изменить ее траекторию. Иногда он может сделать, чтобы она развернулась и попала в стреляющего, как будто бумеранг. Вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого, пренебрегающего его словом, и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли. Бедняга нечестивый. На него прольются горящие угли. Множество углей обрушится на него. Огонь и серу, и палящий ветер. Просто ураган. Их доля из чаши. Предпочитайте нечестивость, получите все это. Ибо Господь праведен, любит правду. Лице его видит праведника. Те, кто не сходит с пути, любящие Бога, те получат благословение Господа. Аминь, Иисус. А мы сейчас перейдем к Евангелию от Луки, к главе 13. Мы увидим здесь один случай, напоминающий тот, когда Давиду дали совет, который Давид не принял. Вы знаете, что затем пытались дать тот же совет Иисусу. Дьявол дерзкий, и он использовал фарисеев. В те времена слово «фарисей» не имело того негативного смысла, как имеет сегодня. В иудаизме присутствовали разные ветви и
иудейской философии. Одну представляли саддукеи, другую фарисеи. И были другие, меньшие. Книжники тоже образовали свою группу. Книжники переписывали Писание. И в те времена еще не было бумаги. Все было на пергаменте, на папирусе. Не было печати, все было от руки. И они записывали все букву за буквой и считали себя вправе интерпретировать слово Бога и учить. Фарисеи были очень педантичны, хотели быть во всем правы. И однажды они пришли, посмотрите в стихе 31, Лука 13, 31, что они сказали Иисусу. «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: „Выйди и удались отсюда, беги“, другими словами, „ибо Ирод хочет убить тебя“. И сказал им: „Пойдите, скажите этой лисице: „Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Вы знаете, что когда вы вот-вот получите благословение, следуете по пути Господа, тогда приходит враг, приходит с таким советом, приняв который, вы обеспечите себе поражение. Что бы мы думали об Иисусе сегодня, если бы тогда он принял бы совет от фарисеев? Вот как? Ирод хочет убить меня? И что же мне теперь делать? Нет. Пойдите, скажите этой лисице. Но почему он был спокоен? Потому что он был сыном Бога. Но пришел не как Бог. Он пришел как человек. И он уповал на своего отца. Он служил Господу Богу в слове. То же самое должно быть и у нас. Это спокойствие, поскольку завтра кто-то придет и даст совет. Дурочка, брось своего мужа. Зачем ты вышла замуж за этого неудачника? Эй, дружище, брось эту женщину, она тебя не стоит. И тому подобное, все в таком же духе. И есть такие глупцы, которые верят, позволяют этому семени зла прорасти в сердце, и демон начинает свою работу. И как же я не заметила раньше? Ева, наверное, тоже плачет по сей день. Как же я раньше не поняла, что все это было сплошным обманом? Она увидела, что плод хорош для пищи, и что он приятен для глаз, и вожделен, потому что дает знание, и съела. А затем дала плод Адаму, и он тоже съел. И мы расплачиваемся за это по сей день. Если вы не хотите потом расплачиваться всю свою оставшуюся жизнь и переносить страдания, никогда не принимайте ничего, кроме того, что Бог дал вам. Враг может использовать проповедника религиозного. Когда мы начали эту работу по освобождению, я говорю о 70-х годах, нам было очень нелегко. Рио-де-Жанейро, казалось, стал землей колдунов. Дело не шуточное. Мы подвергались гонениям. Сегодня, говоря об этом, мы даже смеемся, поскольку прошли через самое худшее. Конфликты с полицией и многое другое, через все происки нечистого. Да, но Иисус велел. Один пастор в те времена разыскал меня, и мы вели серьезную борьбу за освобождение людей, отражая нападки сторонников колдовства, и он нашел меня. Он был очень бледным, просто белым, как привидение. «Доктор Суарес, ради Бога, прекратите!» «Что прекратить? То, что вы делаете. Почему? Потому что они вас убьют». И я сказал ему так: «Разве можно убить призрак?» «Вы еще шутите?» Я ответил: «Нет, ведь Иисус сказал, что мы уже умерли для мира и живем для Бога. Пусть нас убивают здесь и сейчас, мы уже умерли для мира, мы теперь служим Иисусу». «Доктор Суарес, ради всего святого, прекратите!» Я сказал: «Не буду». «Брат мой, это серьезное дело, это вы прекратите», я говорил с ним серьезно, «а мы будем продолжать». «Брат мой, Бог дал победу. Мы изменили лицо Бразилии, и слава Богу за это. А если бы Иисус принял это предложение?» «Что? Ирод? Сам царь хочет схватить меня? Что со мной будет?» «Нет, Иисус не сделал этого. И вы не должны делать. Вы очень разочаровали бы Бога, повернувшись к Нему спиной. Он открылся вам, явился вам, Он заботится о вас, поскольку хочет сделать из вас победителя. Бог не хочет оставить вас поверженным. Бог хочет помочь вам стать Его образом и подобием в этом мире, на самом деле, чтобы стать Его глашатаем. Иисус воспользовался этим советом, чтобы изобличить, показать суть фарисеев. Тогда пойдите и скажите этой лисице:
Это про царя. Идите и скажите этой лисице. И что же он повелел сказать этой лисице? Он сказал следующее. Пойдите, скажите ему, что сегодня и завтра я совершаю исцеление и изгоняю демонов. И в третий день прекращу. Я закончу. Впрочем, смотрите, что сказано в стихе. Пойдите, скажите этой лисице. Все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра. И в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Нет, брат мой, ничего не случится, кроме того, что сказал Бог. Сегодня и завтра изгоняю демонов. И что же он говорил? Он говорил буквально следующее, что сегодня он сам лично делает дело Бога. Он говорит это нам. А завтра наш день. Иисус продолжит делать. Никто не сможет изгнать демона, исцелить немощного, преобразить чью-то жизнь, если Бог не использует. Это он делает. На третий день он закончит. Затем последует его возвращение, и время творения закончится. Но он продолжит движение, не остановится. Иисус Христос мудр. Он сказал следующее. «Пойдите, скажите этой лисице се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра». То есть в его реальные дни, в дни его пребывания здесь и в наши дни. Позволение нам, скажем так, и в третий день после его пришествия кончу. Закончит, потому что он не будет больше этого делать. Завтра и в последующий день, сегодня и завтра. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день. Будет ходить 3 дня, то есть после его пришествия он будет продолжать выполнять волю Бога. Просто не будет больше исцеления, поскольку мы тогда уже пребудем с Богом. Туда не проникнут грех, болезни, страдания. Там будет существовать только воля Бога. И для чего все это? Он затем объяснил, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Если мне суждено умереть, это будет в Иерусалиме. Если я попытаюсь где-нибудь укрыться, то разочарую моего отца, тогда он позволит схватить меня. Вот тогда я проиграю. Но пророк, если на то есть воля Божья, умрет в Иерусалиме, то есть там, где Богу угодно, чтобы это случилось. Не бойтесь того, что идет против вас, того, что вам угрожает, того, что нечистый хочет сделать в вашей жизни. Твердо держитесь слова Бога, продолжайте провозглашать со словом, и вы победите во имя Господа Иисуса. И слава Богу за это. Итак, давайте сделаем сейчас небольшой интервал. Вы сейчас услышали слово веры. А скоро мы с вами увидим историю из реальной жизни и открытое сердце. Сегодня мы с вами поговорим о вещах, которые вызывают полемику, которые противоречат вашему пониманию, потому что рождается конфликт между чем-то новым и тем, чему вас учили. И очень часто вы слушаете что-то и говорите: «Я с этим не согласен. Меня этому не учили». На протяжении всей жизни вас учили одному, и вдруг вам открывается что-то, что полностью переворачивает ваше понимание. Но если Слово Божье, которое возвышается над всем и является истиной, Слово Божье, если оно скажет что-то, что противоречит моей вере, что мне делать? Я должен забыть то, во что я верю, и смотреть в Слово Божье. Потому что Иисус сказал, что Он путь, Он истина и жизнь. Если Слово Божье – это истина, а я верю во что-то отличное от Него, значит, все то, во что я всегда верил, это не истина, это обман. Поэтому лучшее, что я могу сделать, это обратиться к Слову Божьему, сравнить с тем, во что я верю, и если будут различия, отбросить то, во что я верю, и следовать Слову Божьему. Многие люди сегодня сомневаются в воле Божьей в своих жизнях. Они спрашивают себя, хочет ли Бог через страдания научить их чему-то совершенно новому. Но Господу Богу не нужны никакие страдания, чтобы научить нас. Если Господь хочет нас чему-то научить, Он учит нас через Слово. И мы смотрим в Его Слово, это значит, я должен что-то сделать? Именно это показывает нам Слово Божье. Бог не использует то, что Он победил, чтобы доказать нам что-то. Библия гласит, что Господь победил силы ада и поверг сатану к своим ногам. Если Он победил, Он не будет
воскрешать сатану и его демонов в наших жизнях, чтобы использовать их для наших страданий. Он не сделает этого. Враг будет атаковать нас, но у нас есть сила Господа, чтобы повергнуть его к своим ногам. Если сегодня вам нужен ответ в вашей жизни, я прошу, чтобы вы обратили внимание на продолжение нашей сегодняшней программы. И когда мы вместе помолимся с верой, я хочу, чтобы вы твердо верили в Господа Бога. Всевышний Бог всегда творит чудеса. И Библия гласит, если будешь верить, увидишь славу Божью. Достаточно просто верить в то, что Бог открывает нам. И если мы будем использовать это, мы увидим славу Господа в наших жизнях. И именно об этом я и хотел поговорить с вами, чтобы вы стали пред Богом, открыли сердце, и вы сможете увидеть кардинальные изменения. Это наш интернет-сайт, а также наш телефон и наша электронная почта. Заходите на Facebook, звоните и пишите нам, и вы будете благословлены, хорошо? Пусть Бог благословит вас. Давайте продолжим смотреть программу «Во имя Иисуса». Переходим к истории из реальной жизни, и в ней есть прекрасное свидетельство. Включите, пожалуйста. Доктор Суарес проповедовал у нас в городе. И я пошла. До этого я его не знала. И когда он призвал пожертвовать, я согласилась. Я приняла его призыв всем своим сердцем. Я подумала, я помогу этому служению, потому что оно очень важное. Я сказала, хоть я и не из этой церкви, я буду помогать. У нас была проблема, мы не могли продать наш дом. Уже 10 лет. Совсем ничего не получалось. Я разместил объявление в агентстве по недвижимости, чтобы продать. Но клиентов совсем не было. Все шло не так. Ничего не выходило. Были постоянные финансовые трудности. В то время мы жили в очень маленьком доме и платили тогда 200 реалов в месяц за аренду. Это было в 95-м году. И мы потеряли мебель, диван испортился, много вещей испортилось из-за влажности, потому что мы оставили их во дворе, так как дома не было места, чтобы все расставить. И с этого момента, как я приняла решение и стала жертвовать, Иисус открыл двери для меня. После 10 лет попыток они продали свой дом. Августа заключил договор по телефону. Если сейчас рассказывать все детали, мы будем говорить 2, 3, 4, много часов, чтобы описать, как действовал Господь, Бог. Сделка заключена. Теперь пришло время купить свой собственный дом в Куритибе. Мы нашли один хороший дом. Вошли внутрь, все посмотрели, поговорили с хозяином дома. И муж объяснил, что мы продали наш дом, но нам все равно не хватает денег. Но мы заключили сделку. У нас не было всей суммы, чтобы заплатить за дом. Августа должен был получить деньги, которые ему были должны. Были деньги, которые он отсудил, но они были заморожены. Целые годы их нельзя было снять. Но мы твердо стояли в Слове Господа, в Слове Господа Бога. Я ходила по всем комнатам дома, говорила, и это тот дом я хочу купить во имя Иисуса. Мы сможем купить его. Бог потрясающий. Бог действует непонятными для нас способами. Он открыл двери, и Августа отдали деньги, которые ему принадлежали. Он получил все сразу. Теперь мы можем заплатить за этот дом. И ничего не будем должны банкам. Во славу и честь Господа Иисуса Христа. Это большое событие в моей жизни. Сейчас я очень счастлива. Бог исполнил желание моего сердца. Я очень сильно хотела купить этот дом. И спустя некоторое время Иисус сотворил еще одно чудо в нашей жизни. Мы купили машину. У Бога есть много благословений.
Если мы расскажем, сколько благословений дал нам Господь, 2 дня будет недостаточно. Недостаточно. Бог помогал нам во всем. Движение Господа не останавливается. Я хочу жертвовать еще больше, потому что Господь Бог благословляет нас. Мне нечего больше сказать. Я лишь хочу поблагодарить Бога. О, Иисус, Господь потрясает! Изауры Августа, продолжайте. У Бога есть еще очень многое, чтобы дать вам. Бог наш Отец, Он наш друг, друзья. Бог никогда не поместил бы нас в ситуацию, в заваруху, в место, откуда нет выхода. Теперь переходим к первому вопросу. Доктор Суарес, а спасение для всех? Спасение для всех тех, кто слушает слово Бога. И в час, когда он слышит, у него есть возможность, а у того, кто не слышит, тоже есть, то мы должны идти и проповедовать им. По этой причине мы приезжаем во многие страны, чтобы говорить о любви Бога. И никогда не было времени столь благоприятного для этого, как сейчас. Позвольте мне помолиться за телезрителей. Отец, я с радостью в сердце молюсь, с благодарностью за телевидение. Прошу благословения для тех, кто сейчас дома, в больнице, в заключении. Где бы они нас сейчас ни смотрели, этим людям нужна Твоя помощь, Твоя благодать. Нужно Твое освобождение. И я не отступлю, Отец, наоборот. Я воспользуюсь властью, которую Господь дал мне, чтобы благословить эту жизнь. И все зло будет сейчас уничтожено в жизни этих людей. И я говорю тебе, недобрый дух, я говорю тебе, адский демон, настал момент, чтобы тебе исчезнуть из этой жизни, чтобы тебе убраться. Я запрещаю твои деяния, требую, забирай все свое зло, болезни, страх, ужас, бессонницу, депрессию, печаль, подавленность, меланхолию и прочее, и убирайся во имя Иисуса Христа. Отец, благодарим тебя. И аминь.